Здравствуйте, уважаемые друзья! Добрый вечер, коллеги-партнеры, инвесторы нашего проекта. У нас сегодня понедельник, 17 часов по московскому времени. Это время презентации компании Skyway Capital. Ну и сразу хочу сказать, что в принципе презентация, она рассчитана на новичков, да, на людей, которые, скажем так, пришли уточнить информацию, возможно, которую не слышали от кого-то по нашему проекту. Те, кто впервые вообще, да, приглашены на подобные мероприятия, чтобы ознакомиться с подробно с информацией, ну, подробно, наверное, это сильно сказано, хотя бы вкратце понять, да, о чем идет речь. Вот. И, как правило, презентации первично, они рассчитаны именно на таких людей. Как всегда, я хочу задать вопрос, касаемый, слышно, видно меня хорошо или нет, и видны ли слайды нашего вебинара в комнате Мирополис и в соцсетях. Если да, просто поставьте плюсики, буду вам за это благодарен. Но если все-таки есть у нас сейчас на нашем мероприятии новички, да, поставьте, пожалуйста, циферку 1 просто. Вот в чате Мирополиса я увижу, и сейчас мой коллега меня проинформирует, есть ли новички в социальных сетях. Приветствую Владислава. Давно, наверное, мы не пересекались. Вот. Итак, друзья, если есть новички в Мирополисе, поставьте 1. Сейчас я уточню эту же информацию у... Есть, да, все-таки новички есть. Тогда давайте мы с вами сделаем следующим образом. Я небольшое отступление, наверное, сделаю. Смотрите, ну, достаточно давно встал вопрос создания какой-то унифицированной презентации на всех языках, да, и, в принципе, вот буквально не так давно это было, ну, почти решено. То есть подобные слайды, которые вот сейчас вы увидите, по которым я кратко пробегусь, да, они будут переведены на все языки, и, возможно, я пока точно не могу вам утверждать, данная информация будет отправлена лидерам структур, которые работают в разных регионах мира, да, и подобные, скажем так, презентации будут приходить для новичков одинаково, в одинаковом ключе. Но это важно. Важно почему? Потому что есть так называемая система спонсирования, да, система доведения информации. И очень важно, когда люди приходят и получают одну и ту же информацию. Да. Неважно, на чешском это языке, на английском языке, на немецком языке. Потому что, ну, так устроен мир, каждый воспринимает информацию по-своему. Если каждый будет доносить так, как он понял, в итоге будет каша. Цель была создать презентацию краткую, цель была, скажем, передать основные ключевые моменты развития нашего проекта. Вот. И, как правило, после того, как человек получает первичную информацию, он начинает делать что? Вот, напишите мне, пожалуйста, в чате вебинара, что делает человек, когда он получает какую-либо информацию. То есть, как правило, у него есть три, наверное, варианта все-таки, да? Кто-то осмелится написать все три? Я буквально 30 секунд подожду. Может, кто-то напишет, какие три варианта ждут человека, когда он получает информацию. То ли долго пишете, то ли, скажем так, ленитесь, я вам просто отвечу. Первый вопрос, первый, скажем так, вариант, когда человек получает первичную информацию, говорит, мне это совсем не интересно, это не мое. Второй вариант, это я уже слышал, да, вот, все это знаю, поэтому, скажем так, это не для меня. И третий вариант, он, наверное, самый такой толковый, когда человек понимает, что он о чем-то не осведомлен, но он начинает задавать какие-то вопросы. Задавать вопросы вам, как людям, пригласившим на данное мероприятие, да, задавать вопросы вашим наставникам, если вы не так давно в бизнесе. Вот, задавать вопросы ведущему, в конце концов, да, в конце вебинара, если что-то не понял. Поэтому самый лучший вариант третий, и будем надеяться, если у нас сегодня на мероприятии есть новички, что после окончания мероприятия они зададут вопросы здесь в чатах и зададут вопросы тем людям, которые их пригласили на данное мероприятие. Итак, друзья, мы с вами сегодня будем говорить о двух возможностях. Это возможность участвовать в проекте, который выводит на мировой рынок самый что ни на есть инновационный продукт, да, то есть мы будем говорить с вами об инновациях, мы с вами будем говорить об инвестициях, причем мы будем с вами говорить об инновационном транспорте, то есть инновация, о которой сегодня пойдет речь, она захватывает, скажем так, сегмент, транспортный сегмент, да, то есть очень огромный кусок мирового рынка. Ну, те, кто считает, что транспортный, скажем так, вопрос остро стоит сегодня перед человечеством, можете поставить цифру 5 у нас в чате, как в социальных сетях, так и здесь, в чате нашего вебинара. По большому счету, мы с вами все завязаны на транспорт. Каждый день нам приходится куда-то перемещаться, кому-то на учебу, кому-то, скажем так, на работу, да, с утра до вечера мы двигаемся в обратном направлении. Вот. Кому-то на отдых, кому-то, скажем так, в командировке и так далее, и так далее. То есть, наверное, процентов 90, ну, возьму так по-малому, 95 людей в большей-меньшей степени зависит от транспорта. Мы с вами сегодня знаем
Ну, по сути дела, четыре транспортные системы, которые достаточно давно вошли в нашу жизнь, всем им больше 100 лет. Это первый водный транспорт, да, которому несколько тысяч лет. Далее это был железнодорожный транспорт, потом автомобильный, авиационный. Все эти транспортные системы сегодня используются людьми повседневно для перевозки людей, для перевозки грузов, перемещения каких-либо товаров, да, оказания каких-либо услуг и так далее, и так далее. У всех у них есть преимущество по отношению друг к другу, у всех у них есть какое-то количество недостатков. Так вот, транспорт, о котором мы с вами сегодня будем говорить, это транспорт под названием Skyway. В переводе с английского языка это небесные дороги. Да? Вот, Sky – небо, Way – это путь, либо дорога. Транспорт, который поднят над землей. Да, почему, скажем так, это преимущество, мы с вами по ходу вебинара разберем. То есть это транспорт эстакадного типа. Вы видите, скажем так, одно из транспортных средств, которое разработано нашей компанией, да, и оно называется Unibike. Транспортное средство поднято над землей, несколько метров, да, эстакады такие могут быть на высоте там нескольких десятков сантиметров и нескольких сотен метров. Вот. Skyway, как написано на данном слайде, да, это инновационный транспорт, который движется над землей по специальным, скажем так, проложенным рельсом струнам, да, или струнным рельсом. Устройство рельса мы с вами немножко наберем, точнее разберем впереди. Транспорт, который позволяет перемещаться над поверхностью планеты без пробок, да, что, скажем так, жители крупных городов, мегаполисов могут сразу задать вопрос, как это возможно. Вот. Без загрязнения, потому что вот большинство, скажем так, транспортных средств, фактически все, которые созданы на сегодняшний день, они перемещаются при помощи электродвигателей, собственных, разработанных специалистами нашей компании, да. Ну и без границ, потому что данный транспорт можно строить фактически на любом рельефе, за исключением, скажем так, крутых гор и так далее, да, и в любой местности, будь то, скажем так, заболоченные места и так далее. То есть транспорт, несколько лет назад, как говорилось, это транспорт будущего, сегодня мы говорим о транспорте настоящего. Вернемся к тем транспортным технологиям, которые мы на сегодняшний день имеем, и сразу же стоит отметить следующее, да, то, что весь сегодняшний транспорт, который существует, будь то водный, воздушный, автомобильный, либо железнодорожный, он очень серьезно зависит от каких-либо климатических явлений, природных явлений и так далее. Да? Не дай бог, там снежная буря, либо песчаная буря, будь то автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, да, он сразу же останавливается. То есть самолеты прекращают летать, автомобили перестают ездить, поезда тоже встают. Далее, серьезные какие-либо снегопады, либо там дожди, вызывают паводки, и те дороги, которые построены на сегодняшний день, некоторые заливают, а некоторые полностью разрушаются. Да, есть у нас, скажем так, участки местности, где дороги, например, намывают зимой, и там ездить хорошо, а летом эта местность заболоченная, практически дорог не бывает. Да? Вот. Либо, например, дороги сильно размываются паводком, потом их, скажем так, какое-то время рихтуют, и летом люди могут перемещаться по тем, скажем, грунтовым дорогам, которые накатали до следующей серьезной распутицы. Все эти транспортные проблемы, точнее, все эти проблемы, которые я сейчас назвал, они, в принципе, никаким образом не будут сказываться на перемещении транспорта под названием Skyway. Далее, у нас действительно с каждым годом возрастает объемы перевозки людей и грузов. Да? То есть, буквально пару-тройку лет назад, по-моему, в 2016 году мы приводили статистику, которая была написана на сайте РЖД, там была большая статья, что, в принципе, скорость перемещения грузов по территории России при помощи, скажем так, российских железных дорог составляет там порядка 9 километров в час с учетом погрузки и разгрузки и так далее, и так далее. Очень низкая скорость. Действительно, огромное количество, скажем так, грузовиков, и вот Алексей Суходоев, я думаю, вы его слушаете на вебинарах, рассказывал, что вот там в Нигерии грузовики могут стоять в Африке, там в целом ряде стран, сутками, прежде чем они будут двигаться, перевозить какие-то товары народного потребления и так далее, и так далее. Далее. Пробки я уже вам называл. Да? Существует огромное количество городов на планете, в огромном количестве стран, практически в каждой стране есть мегаполисы, в которых вот примерно вот такая картина. Ну вот я, правда, живу в Российской Федерации, я таких дорог не видел. В Китае вот такое бывает. Там, например, в часы пик, да, тоже люди выезжают из крупных городов, и там для того, чтобы выехать и ехать между крупными городами, по хорошей, кстати, качественной дороге, нужно оплачивать проезд и так далее. То есть сумасшедшие пробки. Недавно я слушал репортаж о том, что было принято расширить, скажем, дорогу в Соединенных Штатах Америки между, по-моему, аэропортом Далласа, да, и городом. Вот, она была, по-моему, по 4 полосы в каждую сторону, там добавили еще по 2 или по 3 полосы, да, но тем не менее проблема не решена, то есть там можно ехать часами. Соответственно, проблемы с перевозкой пассажиров есть. Зачастую вот в той же Москве, там, ближе к выходным дням, либо по вечерам, например, в часы пик, выехать на нормальной скорости, на которой может ехать автомобиль, невозможно. И зачастую автомобиль перемещается медленнее, чем рядом идут пешеходы. То есть мы здесь, в Москве, я думаю, многие жители крупных городов наблюдают это очень часто.
Так вот, данные проблемы можно решить при помощи транспорта SkyWay. Как я вам сказал, это транспорт, который располагается на втором уровне эстакадного типа. Там нет перекрестков, нет светофоров и еще большое количество преимуществ, о которых мы с вами сейчас будем разговаривать. Действительно, очень остро стоит вопрос перевозки, скажем так, огромного количества, скажем, товаров, грузов, да, будь то, скажем, сыпучие грузы, будь то товары народного потребления, которые перевозятся в контейнерах. Есть огромное количество крупных портов, которые завалены этими контейнерами под завязку. Контейнерные перевозки при помощи, например, водного транспорта, они самые дешевые на сегодняшний день, поэтому часто в мире можно видеть огромные сухогрузы, которые перевозят вот эти вот контейнеры. Далее есть участки, где их перегоняют по земле, и вот сейчас тот же Великий Шелковый путь, иногда бывает в Беларуси, там огромное количество товарных поездов, которые перевозят контейнеры там по 60, по 70 вагонов, установлены вот эти контейнеры, на некоторых, кстати, написано там и Шелковый путь и так далее, и так далее. Опять же, есть специальное решение для решения тех проблем с логистикой, которые на сегодняшний день существуют в транспортной отрасли. Эти решения предлагают специалисты группы компании SkyWay. Так как я уже говорил, транспорт SkyWay – это транспорт второго уровня, и уже мы знаем на протяжении, наверное, 100 лет, да, человечество пыталось решить вопрос перемещения, скажем так, на эстакадах. Были транспортные решения в виде подвесных дорог, в виде фуникулеров, да, и сейчас, скажем так, разрабатывается параллельно что-то подобное технологии SkyWay, то есть на территории Израиля, еще целого ряда стран, разрабатываются проекты, где транспорт размещен над землей. Но те характеристики, которые выдают этот транспорт, если мы будем сравнивать с характеристиками транспорта на SkyWay, то мы выигрываем значительно по целому ряду показателей. Итак, на сегодняшний день, да, вот я хочу еще сделать маленькое отступление. Проект у нас в том виде, в котором он существует сегодня, запущен с начала 2014 года. То есть сегодня мы в 2019 году, то есть, по сути дела, 5 лет. И за эти 5 лет с нуля, да, то есть с того, что вот у нас не было ни участка местности, у нас не было ни производственных площадей, у нас не было специалистов, создано порядка десятка транспортных средств, которые сегодня мы демонстрируем всему миру. То есть целый ряд делегаций уже из 32 стран побывал на территории наших производственных площадей, на территории демонстрационного участка, либо экотехнопарк у нас называется, на территории Республики Беларусь, и воочию увидели, что из себя представляет транспорт SkyWay. Здесь представлено несколько моделей. Там двухместный Univind, двухместный Unibike, кстати, первое транспортное средство, которое было создано за очень короткий срок, то есть с момента, скажем так, приглашения специалистов нашей компании на международное мероприятие под названием Минотранс 2016, это где-то с конца февраля, да, то есть 11 февраля Минтранс дал заключение, что технология инновационная. В конце февраля нас пригласили на мероприятие Натранс, а в сентябре месяце уже на территории Натранса был продемонстрирован Unibike, который расположен в верхней, скажем так, линейке этих фотографий, и 14-местный Unibus, который продемонстрирован внизу, U4-210, то есть 14-местный. Два этих транспортных средства были созданы практически за время менее чем за полгода. Далее вы здесь можете видеть 18-местный трехсекционный Unicar, 6-местный Unicar, то есть это, скажем так, по сути дела, две модели одного ряда, да, U4-430, то есть это может быть отдельно 6-местное транспортное средство, либо, скажем, из трех секций собрано 18-местное. Дальше 42-местный Unibus Берельсовый, который был продемонстрирован, на нем уже в прошлом году катали людей, да. Далее это у нас Unitrack грузовой для перевозки в первую очередь сыпучих грузов, да. Грузовая транспортная система под названием Unitrans, то есть где можно транспортировать, скажем так, сыпучие грузы, скажем, на довольно продолжительных расстояниях, то есть там, где на чем-то сродни это, со стороны похоже на конвейерную ленту, но здесь, скажем так, не конвейерная лента в том виде, в котором мы с вами привыкли, да, где двигатель вращает и просто движется широкое линейное полотно. Здесь транспортировка осуществляется на специальных колесных парах. Соответственно, износ, скажем так, ленты значительно меньше и скорость в 3 раза больше, чем на самых быстрых конвейерных лентах. Ну и транспортное средство, которое было создано в 2018 году специально для выставки Unitrans, это, скажем, ну, можно назвать гордостью, да, компании SkyWay, это высокоскоростной Unibus, который будет разгоняться до скорости 500 и более километров в час, который также быстро был собран где-то за полгода, да, и продемонстрирован на Инотрансе 2018. Два транспортных средства, о которых я рассказал, которые были первые продемонстрированы на Инотрансе 2016, уже в ноябре месяце, к концу ноября 2016 года был
осуществлен первый прокат юнибайка на территории экотехнопарка, да, и в начале зимы 2017 года осуществлен был первый прокат 14 местных единиц, после чего была осуществлена уже сертификация данных транспортных средств. 18-местный трехсекционный юникар. Чем он интересен? Тем, что вот данное транспортное средство, с гордостью заявлял генеральный конструктор, было создано при помощи программного обеспечения компании Dassault Systems, это программа 3D Experience, да, это индустрия 4.0. Вот. Ну, юникар, точнее юнитрак грузовой, который где-то сродни, наверное, там, тому же юнибайку, да, то есть платформа у них примерно одна, для перевозки сыпучих грузов, он был также создан в 2017 году и продемонстрирован на втором экофестивале, который состоялся на территории экотехнопарка. Там мы как раз видели в движении 14-местный Нибус, 2-местный юнибайк и грузовой нитрак. Это грузовая транспортная система, которая у нас представлена на территории экотехнопарка, то, что я говорил, Юнитранс, да, и у нас есть в новостях, если отлистать, скажем так, ну, более года назад, это третьим экофестивалю был как раз выпущен ролик, который демонстрировал, что из себя представляет в действии грузовая транспортная система. Наверное, одно из последних транспортных средств, предпоследнее, которое нам было продемонстрировано в движении, это вот двухместный юнивинт. То есть легкое транспортное средство, которое призвано решить, скажем так, транспортные проблемы небольших, не крупных городов. Это связь, скажем так, с городами-спутниками небольшими и областными районными центрами. То есть это закрытие проблемы, скажем так, тех населенных пунктов, которые на сегодняшний день, например, транспорт вообще перестал ездить. Таких населенных пунктов сегодня огромное количество. Высокоскоростной юнибус, который вызвал фурор на мероприятии в Берлине, да, то есть огромное количество специалистов мира транспорта приходили смотреть, что из себя представляет данное транспортное средство. Японский телеканал, скажем так, был настолько восхищен данным техническим решением, что это через месяц специалисты канала ТВ Токио приезжали на территорию экотехнопарка, я лично видел их когда был на территории нашего производства, они вместе с генеральным конструктором Анатолием Эдуардовичем Миницким как раз для них открывали покрывало, демонстрировали еще раз, что из себя представляет высокоскоростной юнибус. Итак, друзья, как я вам говорил, да, что из себя представляет технология, что же в ней уникального? Вот, то есть струны рельс, о которых мы говорили, то есть подняты над землей, два струнных рельса, например, да, если это, скажем так, не монорельсовое транспортное средство, и по ним катится транспортное средство. То есть суть струнного рельса, она изображена здесь на данном рисунке, то есть есть металлический корпус, да, внутри которого натянуты стальные канаты. Да. Это проволока, скажем так, высокопрочная проволока, которая анкируется, зажимается в анкерных опорах, осуществляется натяжение этой проволоки внутри струнного рельса. Расстояние между анкерными опорами может составлять от 1 до там, нескольких километров. Да. И основная нагрузка как раз-таки натяжение, удержание, скажем так, ровности струнного рельса лежит на анкерных опорах. То есть они несут на себе горизонтальную нагрузку. И плюс еще устанавливаются промежуточные опоры. Они могут устанавливаться на расстоянии там, 40 метров друг от друга, 100 метров и более. В зависимости, скажем так, от сложности трассы, сложности рельефа и так далее. Внутренность данного рельса наполняется специальным модифицированным раствором. Да, и получается у нас жесткая ровная балка, как говорит наш генеральный конструктор, предварительно напряженная эстакада, да, и без температурных швов, без сварных швов, то есть очень прочный, ровный рельс. Сами струны рельса, они могут быть реализованы в трех вариантах, то есть может быть жесткий, да, то есть фирменная путевая структура, которая у нас тоже представлена в экотехнопарке, мы об этом поговорим, полужесткий рельс, который вы видите наверху, и гибкий, который может быть натянут на высоте там, до сотни метров между высокими зданиями, да, и по принципу горизонтального лифта будет перемещаться транспортные средства. Важно понимать следующее, что внутри всех этих видов путевой структуры натянуты стальные канаты и там закачан модифицированный бетон. Вот такой ноу-хау. Но в принципе, если посмотреть с точки зрения науки, там, да, изобретений и так далее, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, по большому-то счету я ничего большого такого не придумал, но есть вантовый мост, который большое количество построено по земле, да, где натянуты канаты, которые удерживают полотно дороги. Только вот эти ванты, которые находятся снаружи, Анатолий Эдуардович их спрятал внутрь рельса. Вот таким вот образом. Что еще хотелось бы отметить, коллеги? То, что мы говорили, да, что транспорт, одно из преимуществ транспорта Skyway, его экологическая чистота,
На сегодняшний день у нас на всех средствах используется двигатель мотор-колесо. Эти двигатели мотор-колесо разработаны, целая линейка их разработана разной мощности, да, то есть разного размера для разных транспортных средств, специалистами нашего КБ. Что еще хотелось бы отметить? То, что мы говорим о том, что дороги Skyway можно строить фактически при любых рельефах, при любых, скажем так, погодных условиях и там, типов почвы и так далее, и так далее. Данная транспортная технология позволяет нам провести транспорт в любую точку практически любой страны и мира. Мало того, вместе с путевой структурой решения транспортных проблем внутрь струнного рельса можно встраивать высоковольтные линии электропередач и линии волоконно-оптической связи. Соответственно, в те уголки, куда будет построена дорога, там, где ее раньше практически не было, туда же можно довести прелести цивилизации, которыми пользуются люди, проживающие в крупных городах. Первое, наверное, на что следует обратить внимание с точки зрения преимущества струнного транспорта, да, это его высокая аэродинамичность подвижного состава. Первый, скажем так, важный момент, то, что, как я говорил, струнные рельсы, они подняты над землей. Да, и на высоких скоростях, как заявляет наш генеральный конструктор, как показывает физика, там либо сопротивление, что у нас еще, аэродинамика, да, то, что когда транспортные средства на высокой скорости, там свыше 300 км в час, перемещается по поверхности земли, будь то дорога, там, или железная дорога, то на него действует огромное количество энергии, которое пытается данные транспортные средства от этой земли оторвать. То есть эффект экрана, так называемый. И 90%, скажем так, энергии транспортного средства, там, топлива, да, оно расходуется как раз-таки на преодоление вот этого эффекта экрана. За счет того, что транспортные средства Skyway и путевая структура подняты над землей, есть только два рельса, по которым катится, например, транспортное средство, да, отсутствует экран, то есть нету снизу земли. Соответственно, скажем так, аэродинамика совершенно другая, и экономится вот те самые до 90% энергии, да, при перемещении на скорость там, 300, 400 и более километров в час. Это вот ключевой, скажем так, наверное, момент, один из ключевых моментов. Да, вы видите коэффициент аэродинамического сопротивления высокоскоростного винибуса где-то 0,06, машины, скажем так, Bugatti, да, одна из самых высокоскоростных автомобилей сегодня спортивных, 0,4. То есть на несколько порядков отличается выгодную сторону. Да. Далее, высокая экономичность, да, то есть экономится огромное количество топлива в год, конечно, да, при пересчете вот, там, до 880 тонн топлива в год, если брать количество людей, перевозимое в транспортных средствах Skyway, сколько литров тратится на одного пассажира на 100 километров, то есть мы значительно выигрываем в расходовании энергии для перемещения транспортных средств на высоких скоростях. Ну и у нас была целая презентация, которая рассказывала о том, какие преимущества имеет транспорт Skyway по отношению к тем транспортным системам, которые люди сегодня широко используют. В первую очередь там за основу были взяты канатные дороги, монорельс, технология Maglev, да, то есть перемещение на магнитной подушке, железные дороги, авиация, да, и это авиация, скажем так, это можно говорить там, о расходовании топлива, там, скорости и так далее, сравнение. И автомобильный транспорт. То есть в этом сравнении, если вы, скажем так, не поленитесь, то сможете найти данную презентацию, это несколько месяцев назад, то есть она была выдана в красочных слайдах. Кратко можно сказать следующее, что мы значительно выигрываем на, при, скажем так, строительстве, возведении путевой структуры, да, то есть на порядок по сравнению с некоторыми транспортными системами, например, с такими, как тот же монорельс, да, поезд на магнитной подушке. Вот. Дальше, эксплуатационные расходы. Ну, можно простой пример рассмотреть. Да, вот опять же, зима, например, да, если мы возьмем автомобильный транспорт, если мы возьмем железные дороги, да, то когда сильные снегопады, например, да, затрачивается огромное количество энергии, денег, людских ресурсов на того, чтобы очищать, для того, чтобы очищать проезжую часть от падавшего снега. Но при использовании технологии Skyway это все будет не нужно. Потому что, скажем так, и струнный рейс, он не очень широкий, да, и транспортные средства, которые будут перемещаться по путевой структуре Skyway, следуют друг за другом на не очень большом расстоянии, на высокой скорости. То есть снег, он не будет служить никаким препятствием. Ну, это как бы один из таких расходов. Хотя их, конечно, значительно больше. Вспомните, да, вот я сейчас ездил в Белоруссию, например, там периодически езжу, и сейчас рихтуют дороги как на территории Белоруссии, так и на территории Российской Федерации. Раз, два, три года перекладывают асфальт на основных магистралях и так далее, и так далее. Здесь этого не потребуется. Как заявляет генеральный конструктор, единожды построенная эстакада может служить там свыше 50 лет, иногда до 100.
Расход энергии, мы об этом с вами уже говорили, да, вот опять же, в первую очередь даже устранение эффекта экрана, оно решает огромное количество проблем, связанные, скажем так, с затратой энергии либо топлива на перемещение транспортных средств. Высокая пропускная способность, то есть она где-то соизмерима на одном транспортном ключе с провозной способностью московского метро в часы пик. Далее, загрязнение окружающей среды. То есть самый чистый транспорт на сегодняшний день, если мы будем сравнивать с любым видом транспортных средств, будь то железная дорога, автомобильный транспорт, монорельс, не говоря уже, скажем так, о самолетах там и так далее, да? Ну и очень важно то, что самый высокий уровень безопасности это у транспорта SkyWay. То есть он на 3 порядка выше, чем на автомобильном транспорте. Опять же, решение проблемы, оно прямо, скажем так, бросается в глаза. Первое – это транспорт поднят над землей. Как я вам говорил, нет перекрестков, нет пересечения, да, друг с другом дорог. Вот. И очень важный момент – то, что транспортные потоки, людские потоки будут разведены по уровню. Люди совершенно спокойно смогут гулять по поверхности планеты, вот, а транспорт будет перемещаться на втором уровне. То есть… Как я по всем вот этим показателям, которые мы сейчас говорили, можно прочитать отдельно, посмотреть, точнее, отдельную презентацию, но мы значительно выигрываем по всем этим показателям от тех транспортных систем, которые сегодня используются нами повсеместно, да, в разных уголках планеты. Ну, если говорить, опять же, стоимость возведения, да, создания путевой структуры и всей инфраструктуры значительно дешевле. Вот если мы будем сравнивать, например, с монорельсом, поездом на магнитной подушке, да, технологии Maglev, либо вот всем уже, скажем так, набившая оскомину технологии Hyperloop. То есть стоимость километра, ну возьмем, скажем так, городское и пригородное сообщение, да, это порядка 3-8 миллионов долларов за километр. Монорельс уже 36, да, тот, который вот в Москве, например, построен. Поезд на магнитном подвесе свыше 100 миллионов, и, соответственно, технология Hyperloop потребует тоже не менее 100 миллионов долларов затрат на создание 1 километра трассы по этой технологии. Я уже упоминал программное обеспечение компании Dassault Systems, то есть на сегодняшний день оборудование, которое устанавливается на производственных площадях компании «Струнная технология», она является сегодня нашим инженерным предприятием, расположенным в Республике Беларусь, где работают порядка уже 800 специалистов над реализацией технологий. Да? То есть самые современные станки и самое современное программное обеспечение, которое позволяет нам уже, скажем так, на фазе создания будущего продукта, видеть, какие могут быть проблемы. Изменения в одном месте проекта, да, там, например, изменение гайки какого-то болта, либо там перемещение какой-то детали корпуса в сторону и так далее, сразу меняет весь проект в целом. И все, кто работает над созданием проекта, они это видят, да, и система плавно перестраивается. Ну, Dassault Systems помогло внедрить нам, как я вам говорил, 18-местные уникары при помощи, опять же, данного программного обеспечения создавался высокоскоростной транспорт SkyWay. Автором технологии SkyWay является Анатолий Эдуардович Чуницкий, как мы говорим, советский, российский, белорусский инженер, изобретатель, конструктор. Три высших образования у Анатолия Эдуардовича Чуницкого: инженер транспорта, патентное право изобретательства и проектирование строительства высотных зданий инфраструктурных сооружений. За время разработки технологии у него было более 150 изобретений. Порядка 200 научных работ и, скажем так, 20 монографий, которые входят в этот список. Анатолий Эдуардович Чуницкий дважды руководил проектом Организации Объединенных Наций, который выделял денежные средства на реализацию технологии, которую он разрабатывает. Во время разработки технологии были свои вехи, скажем так, свои моменты, свои провалы. И об этом, не стесняясь, Анатолий Эдуардович, кстати, говорит в последнем интервью. Да, то есть те ошибки, которые мы совершаем, мы их знаем, мы их видим, мы их устраняем. Были свои взлеты и падения. Впервые технология первого поколения была продемонстрирована в подмосковном городе Озера, где был полигон, да, и эту технологию увидел мир. Это средства массовой информации, скажем так, от каких-то районных газет, заканчивая новостным форматом каналов Центрального телевидения Российской Федерации. Были свои экспертные заключения от специалистов, которые представляют различные структуры, имеющие прямое отношение к миру транспорта в Российской Федерации, например, Институт проблем транспорта Российской Академии Наук, Госстрой России, тот же Минтранс России давал свои заключения, да, о преимуществах технологии. И с 2014 года просто Анатолий Эдуардович Чуницкий изменил немного схему, подход к тому, как финансировать создание, скажем так, данной технологии, финансировать проект, финансировать строительство тестового участка, где можно будет продемонстрировать все возможности транспорта SkyWay, сертифицировать его, да, и выйти на реализацию по миру в тех уголках земного шара, где понадобится данная технология. В
Начиная с 2014 года и немногим ранее, то есть было получено 83 патента и сертификата на территории всего земного шара, то есть начиная от Австралии, здесь лично до Китая, я скажу больше, до Соединенных Штатов и Канады. Есть сертификаты Евросоюза, Японии, есть сертификаты целого ряда стран СНГ. Все это делают для того, чтобы защитить технологию, собственность, да, перед выходом на строительство дорог в тех регионах, где мы получаем патенты и сертификаты. Было проведено с сентября 2016 года 18 только крупных, да, международных транспортных форумов. То есть это был дважды Берлин, это был Сингапур, это был, скажем так, Джакарта дважды, да, то есть это был Нью-Дели, это и Futures City Show Дубай, это выставки, которые проходили в Москве, Транспорт России, это Белорусская транспортная неделя, то есть целый ряд мероприятий, на которых специалисты нашей компании знакомили посетителей форумов с тем, что из себя представляют технологии. Там, скажем так, заключались предварительные договоренности о том, что кто-то приедет посетить наше предприятие, увидит, что из себя представляет технологии вживую. И, в принципе, все эти мероприятия внесли свою лепту в то, что технология популяризировалась по миру, да, и сегодня мы имеем в большинстве своем положительную прессу о том, что на территории Беларуси и в целом ряде регионов, мы еще поговорим каких, данная технология вот-вот находит свое применение, да. Сертификаты также получаются непосредственно, скажем так, компанией струнные технологии, есть целый ряд направлений, по которым были получены сертификаты, но вот один из них, например, менеджмент качества, да, то есть ISO 9001, это сертификат соответствия менеджмента, то есть тем требованиям, которые выдвигаются сертифицирующим органом, там ТÜV-Тюринген, да, есть такая серьезная структура. И вот ТÜV-овский сертификат ISO 9001 был получен в конце 2017 года, если я не ошибаюсь. Что хотелось бы еще отметить. Как я вам говорил, проект стартовал в 2014 году. Да? Проект стартовал как венчурный проект. И суть вообще самого проекта, он начал двигаться по схеме краудфандинга, привлечения инвестиций от физических лиц. На выгодных условиях люди смогли приобретать доли проекта, где за номинал стоимости доли был взят $1 США. Потому что сама технология была оценена в сумму $400 миллиардов. Было разработано 15 этапов, как бы вектор развития компании. На каждом этапе необходимо было выполнить свой определенный перечень работ, который приближал нас к ситуации, когда мы демонстрируем транспорт, когда мы его сертифицируем и выходим на строительство адресных проектов по территории земного шара. У нас буквально на прошлой неделе состоялся вебинар, где мы говорили о том, что да, мы немножко по срокам сдвинулись, там 17-19 год сегодня, да, мы должны были там в 17-м в конце что-то выдать и так далее. Но тем не менее мы находимся на 13-м этапе развития технологии, и вот тот перечень работ, который я озвучил на вебинаре, это расширение производственных площадей, да, это продолжение работ с заказчиками потенциальными на территории всего земного шара, это строительство производственных площадей уже в других регионах, это как раз-таки сегодня и происходит. Как я уже говорил, да, на сегодняшний день компания «Струнные технологии», которая занимается непосредственно реализацией, созданием технологий, созданием подвижного состава, элементов путевой структуры, да, строительством всего этого на территории экотехнопарка не только, вот, более 800 сотрудников. В 2014 году, в мае месяце, сотрудник был один, это генеральный конструктор технологий Анатолий Дорочевельский. Сегодня более 800 специалистов, высокого уровня специалисты, которые, скажем так, получили вот недавние знания. Да, там есть выпускники университетов, которые недавно закончили высшее учебное заведение, есть те, у которых огромный опыт, скажем так, работы в машиностроении. Что хотелось бы отметить, сегодня компания является владельцем большого количества активов, собственной производственной площади, да, вот на данном слайде, который был перед этим, это наше 4-этажное офисное здание, которое находится в промышленном районе города Минска, в 3 минутах ходьбы от метро «Тракторный завод». Ну, соответственно, это гигант, да, промышленности, который известен на, по крайней мере, бывший, на территории бывшего Советского Союза, не только, вот, находится недалеко от нас. Вот офисное здание находится недалеко от метро «Тракторный завод». Далее. На сегодняшний день порядка 10 тысяч квадратных метров, как было сказано генеральным конструктором, у нас, скажем так, заводских производственных площадей. Сегодня заканчивается строительство вот еще одного корпуса SkyWay, где будет, скажем так, крупноузловая сборка, как сказал генеральный конструктор в своем интервью в пятницу. Сегодня у нас есть построенный экотехнопарк с 5 трассами, достраивается 6-я трасса, на которой будут проходить испытания транспортные средства, предназначенные для Объединенных Арабских Эмиратов, в которых строительство у нас началось в 2018 году. Была проведена серьезная работа, были заключены первые, скажем так, соглашения как раз-таки на мероприятии под названием Future City Show в Дубае, которое проходило весной.
И после этого началось движение в направлении реализации технологий на территории Объединенных Арабских Эмиратов. На территории Республики Беларусь, недалеко от города Минска, возле города Мариногорка, на территории бывшего танкового полигона, сегодня у нас есть действительно красивое место, зеленое место, да, где у нас построено 5 трасс Skyway, строится 6-я трасса, и именно на территории экотехнопарка было продемонстрировано, что из себя представляют технологии, продемонстрированы транспортные средства и сертифицированы первые транспортные средства Skyway. Далее, сегодня у нас идет строительство инновационного центра в городе Шарджа. То есть там уже, скажем так, нельзя сказать более или менее серьезное, да, но тем не менее там уже будет совершенно другая архитектура. Там строятся 4 трассы, первая из них 400-метровая провисающая путевая структура, 3 трассы будет по 2,5 километра, где будут продемонстрированы транспортные средства Skyway, скажем так, где будут продемонстрированы юниконты для перевозки контейнеров весом до 35 тонн, да, тяжелые юнитраки, которые будут перевозить грузы до 50 тонн и вплоть до, скажем так, пассажирских транспортных средств, которые смогут перевозить там до 200-300 пассажиров. Это все будет продемонстрировано на территории инновационного центра в Шарже. Но предварительно это будет проходить, скажем так, испытания на территории экотехнопарка, пока, скажем так, основная сборка транспортных средств будет проходить у нас на территории Республики Беларусь. Действительно была проделана огромная работа на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Да? Вы здесь видите султана Ибн Мухаммеда Аль-Касими, это руководитель Эмирата Шарджа, точнее, скажем так, шейх Шарджа. На территории Шарджа расположен научно-исследовательский центр, частью которого сегодня является так называемый SWIC, да, то есть Skyway Innovation Center, который строится в Эмирате Шарджа. Был целый ряд мероприятий на территории Объединенных Арабских Эмиратов, это было и в Дубае, и в Абу-Даби, да, то есть был в феврале этого месяца, в январе или феврале этого года Всемирный правительственный саммит, на котором как раз-таки тоже демонстрировался транспорт Skyway. В апреле месяце шейх Дубая, да, подписал проект, в котором 6 элементов транспортной стратегии города Дубая будут реализовываться на территории этого эмирата. Да? И один из 6 этих проектов как раз-таки это технология Skyway, так называемый городской транспорт SkyPod, трасса протяженностью 15 километров, 21 станция, это то, что будет реализовано на территории Дубая. Вот как раз-таки слайд вы видите про Всемирный правительственный саммит, как раз-таки на нем глава Эмирата Дубая, вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, был ознакомлен с технологией Skyway, то есть посидел в двухместном юнибайке, там также стоял шестиместный юникар. Сейчас, кстати, создан специальный юникар, да, разработанный для тропического климата, он прошел испытание территории экотехнопарка и уже направляется в Объединенные Арабские Эмираты. И во время процедуры закладки нулевого километра в инновационном центре Шарджа будет продемонстрирован уже и тропический юникар. И также ведутся сейчас параллельные работы над созданием еще целого ряда, целой линейки транспортных средств, которые будут реализованы для тропического климата. Как я говорил, территорию экотехнопарка, территорию производственных площадей Skyway посещала целый ряд международных делегаций. Вот здесь на слайде вы видите, да, 32 международные делегации с разных уголков земного шара. Это была Южная Америка, это Европа, страны Персидского залива, Австралия, Азия, да, Юго-Восточная Азия, то есть Африка, это представители вот этих страны континента были на территории нашего, скажем так, производственного комплекса и вживую могли увидеть, что из себя представляет технология. Итак, коллеги, это то, что касаемо технологий. Что касаемо инвестиций, что касаемо, скажем так, вашей выгоды как партнеров, инвесторов. Я уже говорил, то, что на сегодняшний день мы находимся на 13-м этапе развития компании. Мало того, у нас сегодня 10-е число, а в 23.59, 11 числа завтра, да, проект перейдет на третий подэтап 13-го этапа развития. Каждый из этапов развития, как я вам говорил, он отличался в первую очередь теми работами, которые необходимо было провести для того, чтобы приблизить момент реализации технологии. Все эти работы требовали финансирования, соответственно, необходимо было привлекать определенные суммы инвестиций на каждом этапе. На каждом этапе более раннем уровень доходности, либо дисконт, то есть отличие, скажем так, той стоимости долей, которую люди приобретали по выгодным ценам от того, что, скажем так, заявлено в номинале $1 США, да, то есть на более ранних этапах дисконт был выше. Поначалу дисконт даже составлял несколько тысяч раз, то есть там 3,5 тысячи раз, да, люди приобретали пакеты долей, у них составлял такой дисконт. Сегодня дисконт у нас колеблется от 15 до 65.
С завтрашнего дня, точнее, с послезавтрашнего дня, с 12 числа, кстати, с праздника в Российской Федерации, да, получается, дисконт снизится, он будет от 14 до 60. Пакеты, вы знаете, здесь, да, там от 15 долларов США до 150 тысяч долларов. То есть пакеты у нас есть на разную толщину, точнее, на разную толщину кошелька. То есть люди с разными финансовыми возможностями могут приобретать те пакеты, которые посчитают, скажем так, удобными для себя, которые не сильно напрягут их в финансовом плане. Кто-то у нас приходит попробовать на 15 долларов и так далее. Итак, коллеги, сегодня мы на 13 этапе развития, и вот пакеты, как я вам говорю, предлагаются от 15 месяцев, от 15 долларов. У нас есть разные инвестиционные стратегии внутри личного кабинета. Вы можете купить разовые пакеты, сразу оплатив сумму, которая не стоит. Вы можете двигаться по схеме рассрочки, то есть в течение 10 месяцев, осуществляя, скажем так, небольшие платежи, в итоге получить солидный пакет долей, стать владельцем большого пакета долей. И сразу хочу сказать следующее. Смотрите, цель вообще, да, наверное, реализация технологии, вывод ее на мировой транспортный рынок. И здесь есть и финансовая составляющая. То есть чем большим количеством долей вы будете владеть, тем больше в дальнейшем вы будете иметь, ну, скажем так, напрямую денег, да, потому что при, скажем, выводе технологий на какие-то биржевые площадки вы сможете продать часть долей, либо если вы примете решение дожидаться, скажем так, распределения прибыли компании, это можно назвать дивидендов, 20% от прибыли компании будет распределяться между теми, кто поддержал развитие компании на раннем этапе развития, то есть вот в течение вот этих 15 этапов. Соответственно, чем больше у вас будет долей, тем большее количество денег получите, потому что они будут рассчитываться на отдельно взятую долю. Если у вас, например, долей 100 тысяч, да, то у вас будет одна сумма. Если у вас будет миллион, вы получите просто в 10 раз большую сумму при распределении этих самых дивидендов. Нас сегодня поддержало более 400 тысяч инвесторов. Люди разного уровня, скажем так, образованности, люди разного уровня достатка, люди разного возраста, в конце концов, потому что у нас есть молодежь, которая только закончила школу, стала совершеннолетней, да, и есть люди, которые, я говорю, мудрого возраста, которые уже, скажем так, кому-то пошел 9-й десяток и так далее, и так далее. Причем самых разных специальностей. Что хотелось бы еще отметить? Я говорю про дивиденды, что в случае реализации, успешной реализации проекта и получения компании прибыли от тех адресных проектов, по которым будет, которые будут строиться в разных уголках земного шара, вы будете получать не менее 20% от прибыли. Далее, компания уже осуществляла обратный выкуп, и первые люди, которые инвестировали, начиная с 2014 года, получили, скажем так, кто-то приумножение своих денежных средств от того момента до момента выплаты 2018 года, у кого-то до 35 раз это вышло, увеличение долей стоимости, да, то есть, точнее, возврат денег. Далее, вы в дальнейшем, в принципе, можете передавать, как являетесь владельцем долей, по наследству. Ну и, в принципе, опять же, один из пунктов получения дохода, когда будет выбран способ, да, монетизации технологии, вы сможете продать часть долей, вот, и после этого получить живые деньги по стоимости, определяемой рынком. У нас инвестиции люди делают на основании договора конвертируемого займа, то есть это договор, согласно которому вы предоставляете нам денежный займ, который может быть конвертирован либо в доли, да, либо вы можете, скажем так, не подписывать требования, которые подписывают те, кто согласен получить в обеспечение, скажем, этих долей компании. Не подписывая требования, вы через 3 года можете, скажем так, получить свои деньги, возврат собственных инвестиций до 4% годовых сверх вы получите обратно. Вот таким вот образом. Договор конвертируемого займа, все наши инвесторы заключают данный договор, и по большому счету, когда вы становитесь собственниками долей, вы получаете свою долю в одной из самых быстро развивающихся компаний, ну, по крайней мере, на транспортном рынке, да, то есть сегодня мы действительно динамично развиваемся, мы двигаемся в выбранном направлении, вот, у нас есть чем похвастать, как мы говорим, да, у нас есть собственное производство, у нас есть уже точки реализации технологий, демонстрации того, чего мы достигли. Как сказал в последнем интервью Анатолий Эдуардович Юницкий, что у нас не один десяток, скажем так, потенциальных адресных проектов только в Объединенных Арабских Эмиратах, а вообще мы работаем уже более чем в 10 странах, то есть потенциально мы можем строить дороги. Если вы хотите узнать о технологии больше, лучшее, что вы можете сделать на сегодняшний день, как я говорил в начале нашего сегодняшнего вебинара, это задать вопросы тем людям, которые вас сюда пригласили, задать вопросы нам здесь. Вы можете, скажем так, сейчас отсканировать вот этот значок, точнее QR-код, который вы видите на экране, и при помощи своего мобильного устройства посмотреть,
виртуальной реальности, как и выглядят, скажем так, объекты технологии Skyway, там их порядка более десятка, то есть покрутиться, посмотреть вверх-вниз. Это и станции, и пересадочные пункты, и транспортные средства, и так далее. Что еще хочу добавить из новостей? Да, то есть появилась информация, обязательно зайдите те, кто планирует ехать на экофестиваль, посмотреть. Есть целый ряд гостиниц, в которые вы можете поселиться, да, на льготных условиях. То есть там прописано название гостиницы, там разные, скажем так, коды при поселении в разные гостиницы. Поэтому те, кто будет пользоваться, есть гостиницы, в которых дата ограничения есть до действия данной скидки, есть те, которые чуть ли не до последнего дня будут предоставлять вам возможность поселиться дешевле, чем это есть, если вы просто приедете в гостиницу и будете селиться. Второй важный момент, наверное, на который стоит обратить внимание, это все-таки интервью Анатолия Эдуардовича Ницкого, которое нам было продемонстрировано там в пятницу. Кто-то смотрел в субботу, кто-то смотрел это интервью сегодня, да, те, кто не успели посмотреть во время выходных. Ну и очень важный момент, вот буквально перед самым вебинаром появилась новость. Те, кто приедет на территорию проведения экофестиваля в Марьину Горку, у них будет возможность покататься, осуществить проезд в транспорте Skyway. То есть здесь не будет сейчас ограничений, там 2000 человек, 2500 человек, да, то есть там те, кто выиграет билеты, те, кому там они будут распределены. Все, кто купит билеты для участия в экофестивале, все смогут быть, осуществить проезд в транспорте Skyway на территории экофестиваля. Вот это, скажем так, из свежих новостей, наверное, то, что хотела сказать. Теперь, друзья, ваши вопросы, да? Вот. Вопросы, которые вы можете задать сейчас в чате вебинара здесь, в Мирополисе. Игорь, вы правильно говорите, что Юницкий говорил, что сначала нужно продемонстрировать железо и так далее. Но тот же тропический Юникар, он для чего создан? Для того, чтобы его показать в железе. И он уже был обкатан на территории экотехнопарка и уже направляется на территорию Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому я не знаю, что вы искали в моей речи, да, то есть где я там ошибся или нет, но вот это транспортное средство уже направляется в УАЭ. Вот таким вот образом. Сколько километров построено на территории Объединенных Арабских Эмиратов? Если вы внимательно следите за нашим проектом, я понимаю, что вы периодически задаете такие вопросы на разных вебинарах. Первая трасса, которая строится на территории СВИК, да, Skyway Innovation Center в Шарджи, она будет 400 метров. Поэтому про километры говорить, наверное, ну вот я сказал про 400 метров, вы меня спрашиваете, сколько километров построено. Ну, хотелось бы понять, для чего вы задаете вопрос. Чтобы их просто задать, да, и потратить счет и время. Либо вы хотите получить ответ на важный вопрос. Так, друзья, может, в комнате для вебинаров есть какие-то вопросы? Так, секунду. У нас приветствуют из Ирана. Мы вас тоже приветствуем. Вот. Насколько я могу сказать, что, возможно, у нас в Иране есть инвесторы, да, но четко сказать, что там работает какая-то структура, не могу утверждать. Если вы из Ирана и вам понравилась информация, вы готовы развивать ту же партнерскую структуру и так далее, ну, попробуйте. Я знаю, что компания постарается вас поддержать. Как попасть в компанию Skyway работать? Вот не совсем понял вопрос. То есть стать партнером – это одно. Или стать, скажем так, сотрудником компании – это немножко другие вещи. По поводу подэтапов. Меня спрашивают, будут ли подэтапы на 14-15 этапе. Я вам не могу сказать, как было заявлено руководством нашей компании подэтапы, которые разбит 13 этап. Это была договоренность в первую очередь с арабскими партнерами. Хотя многие из вас помнят, да, что у нас уже был один из этапов, я вот сейчас на вскидку не скажу, 4, 5 или 6, да, где у нас уже были подэтапы. Про ISO что можете сказать? Нами получен сертификат ISO 9001 в соответствии, скажем так, менеджмента предприятия данному сертификату. Вот. Вообще ISO их очень много, да, есть ISO по экологии, есть ISO там еще почему-то, то есть систем сертификации достаточно много. Точнее, как это правильно сказать, да, стандартов много, да, вот, и по разным стандартам сертифицируются разные направления технологий. Есть, например, технологии FDA, да, то есть по которой в Америке сертифицируются, например, пищевые продукты и лекарственные средства. Но так как мы не относимся к этой категории, у нас этого сертификата быть не может. Вы знаете, вот люди задают вопрос, как будет организован проезд Москва-Минск. По-разному, то есть кто-то покупает билеты сам, кто-то, скажем так,
созваниваются с партнерами. Я знаю, что бывали случаи, что люди ехали на автобусах, и не только из Москвы, с Прибалтики, с Твери, я знаю, вот Наталья Лебедева организовывала, да, и люди, которые в Твери находятся, они ехали оттуда, поэтому ищите партнеров, которые находятся здесь, и формируйте команды, принимайте решения, надо ли вам заказывать автобус, дешевле это вам будет, удобнее ли вам это будет, да. Потому что я знаю, есть такие люди, которые с удовольствием бы сели в поезд, ночь поспали, вышли, там, доехали на метро до станции Первомайская, и там будут организовывать трансферы в сторону экотехнопарка. Не все любят сидя ехать, например, в автобусе на протяжении ночи. Я там этим занимаюсь периодически, я к этому привык, но есть огромное количество людей, которые это сделать не могут. Поэтому как будете добираться от Москвы до Минска, каждый решает сам, либо организовывается группа. Насчет токенов SkyWay. Давайте дождемся информации, потому что вот нам этот вопрос задается периодически. Да, я не могу вам обозначать какие-то сроки, потому что я не уполномочен этого. Да, я сам не знаю точной даты запуска криптоплатформы. Информация была дана, что она, скажем так, близка к завершению создания криптоплатформы. Давайте дождемся и будем понимать, будут ли они меняться, будут ли они продаваться. Я думаю, они будут продаваться. Для этого они, скажем так, и создаются. Насчет того, что быстрее пойдет стройка, закончился Рамадан и так далее. Стройка идет, я думаю, вы видели фотографии начала мая месяца, да, то есть там, как выглядели анкерные опоры. И вот в конце месяца было несколько фотографий, когда уже возле анкерных опор стоят несколько колец промежуточных, да, то есть там специальные сооружения, которые создаются и так далее. То есть стройка идет по-любому. Она ни один день не прекращается, какой-то из дней она идет более активно, а какой-то менее. Итак, друзья, какие еще есть вопросы? На те, которые были, скажем так, заданы, я вроде бы ответил. Вот. Если вопросы отсутствуют, да, всем рекомендую, опять же, посмотреть новости за последние 3-4 дня и посмотреть видео, да, и посмотреть информацию о дроне, который является, скажем так, частью нашего проекта. И уже было продемонстрировано то, что вертолет полностью с автоматическим, как бы, ну, точнее, дистанционным управлением был поднят в воздух, что тоже, наверное, является положительным моментом развития технологии. Поэтому смотрите новости, задавайте вопросы на наших вебинарах. Если вы будете внимательно следить за информацией, у вас уже могут быть вопросы перед тем, как вы придете на какой-либо из вебинаров. Вот. На этой неделе наверняка вроде бы не будет вебинара, который в среду проводит Алексей Суходоев, потому что это праздник, и, по всей видимости, его вебинар перенесется на следующую среду. У меня же на этом все. Я хочу поблагодарить вас за внимание. Еще раз добавлю, по тексту донесения информации касаемо развития проекта SkyWay, да, и презентации, которую вы видели, он, может быть, будет доработан и будет подан, скажем так, в едином ключе. И вот я знаю, что слайды данной презентации переводятся на целый ряд языков, ну, практически на все языки. Эти слайды будут розданы лидерам регионов и в дальнейшем. Именно первичное привлечение людей, да, первичное донесение информации, оно будет примерно вот в таком ключе. Я не знаю, понравилось или нет, я не могу сказать, что это идеально, потому что слайды, скажем так, я вижу второй раз, вот сейчас с вами работаю по этим слайдам, но тем не менее, я думаю, каждый раз это все будет, может быть, в более краткой форме, более сжатая информация по объему, более, ну, более конкретно, наверное, не задача довести информацию на первой презентации, там все, где все нужно расставить точки над «и», понятие, понимание технологии и всего остального. Задача – это дать информацию, которая может быть интересна или неинтересна. Если получилось что-то, ну, я рад. Спасибо вам всем за внимание. Еще раз загляну в чат. Все, вопросов больше нет. До встречи на следующей неделе. Здоровья, любви и денег вам всем, вашим родным и близким. Буду рад вас видеть на следующих вебинарах. Спасибо за внимание.